Здравствуйте. Катана Зеро. На паузе, опять же. Осталось 3 дня. И что, через 3 дня игра кончится или начнется новый отчет? Ну да, отключи нет-то. Эта девчонка, да, по-любому я что-то отгадал. Ты на меня больше не злишься? Чего мне на тебя злиться? Я вчера вечером тебя помочь просил, а ты даже слушать не стал. Я думал, ты на меня разозлился. Я вчера был слегка не в себе. Бухой был. Папины друзья приходили, мне идти особо некуда, так что мы с бегемотом под лестницей спрятались. Это я вчера весь день не ела ничего. Заходи. Серьезно? Давай поглядим, что есть. Хорошо. Пойдем в холодильник глянем. Там вообще есть что-то у тебя? Давай посмотрим. Это что такое, блядь? Вы нашли протеиновую пасту? Ну, окей. У меня только протеиновая паста. Ну извини. Ну голод не тетка. Мне надо уйти, но ты можешь здесь заночевать. Ну да. Хорошо. Удачного дня тебе. Чао. Дочку себе нашел. Ну не будем, да, всякие поши вот эти мысли. Он нормальный мужик-то так-то, змей. Ну вообще-то ноль, он не змей. Змей совсем другой оказался, да? Так что не без пошлых мышлей, всяких мышлей. Без пошлых мышлей. Он просто... Ему нравится маленькая девочка, и он как бы всегда хотел дочку, вот. Нравится маленькая девочка, блядь. А ну сел, живо! Хуясь, ты как заговорил со мной. Ты какого хуя учудил вчера, а? Тебе что сказали, Аль-Касима убить или полгорода разъебать нахуй? А теперь на федеральной трассе валяется 20 раздолбанных мотоциклов и злой ебучий вертолет. Ты че вообще думал, уебок? Аль-Касим мертв. Да я знаю, что Аль-Касим мертв. Ему пулю промеж рогов засадили. Об этом по всем новостям говорили, наверное. А вся деликатность нашей деятельности. Ты вообще в курсе, что наша миссия требует полной конфиденциальности? Ты что, решил пропиариться за чужой счет, потому что ты взял, и повесил на свой ебучий лоб ебучую неоновую вывеску? Глядите, какой я! И наше начальство обратило на это внимание. Хреново выглядишь, братиш, сидишь, небось, и думаешь, как бы поскорее уколоться? Ты умер, Ви. Иди нахуй. На свидание из-за тебя опоздал, говнюк. Ну да, я так же хреново выгляжу, наверное. Говёный день, но ты через что прошел? Ну то, через что прошел я? Даже близко не валялась с тем, что ждет тебя, а ты и не в курсе даже, да? Про ломку. Проломку? Вот уже тупой пидорас, а? Ни хера не знаешь, да? Когда Кронос выветривается, из организма время начинает ползти все медленнее, а потом останавливается. И ты оказываешься в ловушке в собственной башке, и вокруг только твои худшие кошмары. Будешь умолять, чтобы тебе дали сдохнуть, то смерть не придет. Также соседи твоих взять, для нас они мертвы, но помнишь, я их упорол, у себя в голове они все еще живы, и их мучения никогда не закончатся. Жестко. Вечные муки, и никто никогда не услышит твоих воплей. Слушай, отдавай. Он опять шмякнул меня. Ебай, наркота какая. Бабку не забудь по дороге, и давай, блядь, без... Раздолбайство сегодня, змей. Да я вообще-то не змей.
Я бы даже счел это прозвище забавным, если бы твоя безответственность не поставила под угрозу и наши жизни, и всю чего проделанную нами работу. Я не змей. О, прости за то, что так быстро кидаюсь к выводам. Ну, конечно, ты не имеешь решительно никакого отношения к резкому скачку убийству в третьем районе. Это все какой-то другой змей. Кое-кого... А, ну я никого не трогал, а видел змея, да. Кое-кого. Что? Когда? На шоссе после Аль-Хасима. Это очень неожиданно. Кто он? О. Один человек подходит под описание. Он тебе что-то сказал? А, только то, что он змей. Ага, вот как замечательно. Очень хорошо. У меня были другие планы, но... Да, я хочу, чтобы ты выследил того человека и убил его. Нельзя позволить ему принести еще больше проблем. Он правда змей? Змей он или нет, он угрожает общественному спокойствию и должен быть устранен. Вот так вот, да? Ты идешь по очень тонкому лезвию бритвы. Провал недопустим. Иди нахуй. Что? Пошел нахрен отсюда, живо! Говнатый кусок. Ну и кто? А, возраст неизвестен, рост 190, нихуя, он какой, цвет глаз неизвестен. Змей! Цель особо опасна и связана с убийством нескольких высокопоставленных чиновников. Последний раз замечен в казино в Чайтауне. Окей. Тут опять с боссиком, да, будет? Оу. Назад сохранить. X, B. Что это значит? А. Это какая-то херня, короче. Здрасте, бля. Эй, мужик, прикольный косплей. Это же Шинджу, да? У меня племянница фанатеет с EXVS из Сакуры. Спасибо, да. Хочешь сыграть? Что за игра? Двухцветная рулетка, красный и черный, 50 на 50, пятикратный выигрыш. Что думаешь? Ставлю все. Че, экскульсиор? Экскульсиор, красная или черная? Ну, конечно, черная. Принято. Кручу-верчу, запутать хочу. Черная, ого, отлично идет, чувак. Поставить все еще раз. О, ты смотри, красная или черная? Да черная, конечно, блядь. Принято. Кручу-верчу, запутать хочу. А, красная. Оу. А ведь почти угадал. Возможно, не стоило сразу две ставить. А ничего, в другой раз повезет. Черная и красная, да? Ага. Нам типа выигрывать надо. Сыграем, блядь. Черная. Да-да, мы знаем. А-а-а. Черная, отлично идет. Поставить еще раз, конечно, блядь. Мама мия, красная или черная? Да красная, ёпта. Ага. Принято, кручу-верчу. Давай, запутать не сможешь, ну. Красная. Ао, леди Фортуна на твоей стороне, а? Поставить все еще раз. Экскульсиор, красная или черная? Черная, блядь. Принято. Кручу-верчу, запутать хочу. Да, блядь, вы заебали, два раза. Давай, блядь. Черная, два раза красная. Сыграем, блядь. Черная, блядь. Да давай там быстрее. Да знаю, что будет черная. Я там под жесткой наркотой, я все знаю. Давай, да, красная. Два раза красная сейчас.
Давай, блядь. Сейчас все деньги в казино выиграю, блядь. Давай еще раз все ставлю. Конечно, блядь. Принято. Ха-ха, игрок. Чё? Доверился своей седой ночи, и она оправдала его доверие. Мои фишки уходят победителю, фишек больше нет. Вот, пожалуйста, 99 999 фишек. Б, да, сохранить? Сохранили, блядь. Пошли дальше. Ю, нахуй. Туда нельзя, пока у тебя не будет столько... Чё, косо... А 100 косых фишками показать фишки. Вообще тут только... Но не зря же меня называют толерантным Лени. Толерантный Лени. Бля, хорошо, что есть толерантный Лени. Чё, но? Откуда русский узнал про нуль? Русский это Ви? Русский идиот. Но вот его работодатель нет, и он изо всех сил пытается вернуть Хронос. Поэтому я здесь, я так близко, я это чувствую. Но мне нужна твоя помощь, теперь мы сможем отомстить. Война уже 7 лет как закончилась. Я слишком устала, чтобы кому-то мстить. И теперь, когда Альхаси мертв, Хронос, у меня мало времени. За то, что они отобрали наши жизни, превратили нас в чудовищ, заставили нас сражаться на их войне и выкинули нас, когда мы стали им не нужны. У нас мало времени, но я так близко, я хочу кое-что тебе показать. Уходи, я разберусь. Хорошо. Кем бы ты ни был, зря ты... Зря ты сюда пришел. А ты чё так просто-то сдался, блядь? Да, это сработает. Просто, да? И все, блядь. Какого хрена ты? Ты же мертв. Это еще не конец. Да быть. Сдавайся, ты окружен. Какие-то я записи, да, добыл? Да, блядь. Да, почему ты не нажалась? Какие-то записи я добыл. Не понял, какие, но какие-то добыл. Ага. Давай музычку нам. Билли Келли. Чин. Чё, Чайна Таун? А, понятно. Щитом, блядь. Жопу щитом-то не спас, да? Нихуя себе. А, тут нельзя? Как-то. А можно, да? Показывайте, блядь.
что за бутылка-то? Хер знает. Да, нельзя? Нельзя. Да. А ты нахуй прыгнул-то? Подожди, а как их убить, блядь? Свидетелей вообще ставить. Блять. Оказывается, у меня было. Да, блять. Да, почему? Бред какой-то, блять. Давай подходи, блядь. Фу, повезло.
повезло, я не ту кнопку нажал, ну повезло, короче. Да, блин. Вот так вот надо было сразу, но... Можно как-нибудь было бы сверху? Ой, я тут год провел на этой миссии, да? Дверь зайдет, тот будет стрелять, этот, ну, не знает, короче. Блять, змей. Сверху меня убивает. Знал.
Я не знал, что у меня такой прыжок есть. Я нечаянно сейчас у меня он. Там и не будет, как я тупил. Хуя себе, блядь. Почему мне его не показывали никогда? Что происходит? Я ничего, я до места не сдвинул. Я уже сколько это раз делаю теперь, блядь. Кнопки уклонения реально. Я отвечаю. Как это работает, блядь? Я вам должен привыкнуть был. А ты че не бежишь-то, дурак, блядь? Цель — мечник в халате. Понятно. И чё? А. Да
Идите нахуй. Я как можно всрать эту красоту? Я даже не понял, как я ее сделал, блядь. Я сейчас опять кнопку перепутал. Не было это.
Ну понятно, энергия кончилась. Делать-то, блядь? Ну, типа... Окей. О! Че? Я хочу это посмотреть просто. Ну это прям было красиво. Я прям даже продумал то, что делал, понимаете? Пойдет. Гоните его. А, ты окружен на колени, руки так, чтобы их видели. Ага. Сейчас же, но! Не, у нас тут это. Хронос, ёпта. У нас золотая землю озарила улыбкою своею. Пришла пора багрялого крещения. Какого хуя? А ну назад! Провозгласили звезды твой конец, так выжми сердце своего сок жизни, так ты на их святой алтарь. Что? Ты о чем вообще, дядя, блядь? Ужель не слышал ты пророчества, мой друг? Не далее, чем ночи три назад его я передал. Так выбери серебряную смерть или золотую жизнь. Ответа ожидает сей алтарь. Коль золото выберешь, спрячь в ножны меч, затем переродись. Коль ближе серебро, смело его кровью обогри. Жизнь или смерть, вот так выбор. Выборец, а? Не хотел бы я очиться на твоем месте. Я должен умереть здесь?
Потому что так велит звезды, или может не надо было врезать во всю эту свистопляску с барыгами, или может не надо было столько человек убивать, или может нам просто охуеть как скучно. Вот это, наверное, последнее, да. Мне, например, сейчас пиздец как весело. Ну так чего, хочешь жить или умереть? Блять, я не помню девочку, чтобы спасти, она серебро или золото? Ты о чем, блядь? Помнишь, мы на днях осуждали, какой там важный выбор? Тоси Боси, а вот он, жизнь или смерть, выбирай, да? Выбери жизнь, и эти чуваки умрут, а пойдешь домой, выбери смерть, и как бы, ну, ты понял. А ты пойдешь домой. Выбери смерть, и как бы, ну, ты понял. Ну, там, типа, если я жизнь выберу, ты выберешь не только за себя, ведь смерть маску... Ведь смерти маску надевая, жнецом становится. И и наоборот, тот, кто в маске жизни, жизнь близкому сердцу сможет сохранить. Ну, я готов выбрать. Умереть серебро, жить, ну, я жить хочу, да? Так хочешь ты, конец, отринуть серебряную маску смерти? А нет, я золотую маску хочу. Нет, не готов. Так что же выбирает мятежное сердце? Умереть, чё, блядь? Мне девочку-то жалко. Так хочешь ты принять конец, надев золотую маску жизни? Готов ли ты за близких умереть? Ну да, готов, чё нет-то. Похуй. Тогда, надеюсь, смерти обретет покой метающее сердце. Огонь! Катана Зиро. Чё, блядь? То есть, а если я выберу смерть, я дальше буду... Ой, то есть я выберу жизнь, то я дальше буду играть. Но девочка умрет. Предыдущего. Типа. Нет, да. Ну, мы поняли это. Да, мы видели это все, блядь. Ну да, давайте только быстро, пожалуйста. Можно как-то это пропустить? Да, мы знаем все это. Да. Я не могу умереть. От этой смерти не сбежать тебе, мой славный друг. Все реально некуда, твой хронос почти выветрился, так что если ты решишь сдохнуть, ты сдохнешь по-настоящему. То остальные будут жить, взять хотя бы эту ебучих копов, или, например, твою маленькую подружку. А при чем тут девочка, блядь? Ой, да ни при чем, забудь. Я уверен, что ты выберешь жизнь, ведь у тебя столько дел осталось. Почему так? Потому что так велит звезды. Или может не надо было влезать в эту всю эту... Ну да, мы да, это читали. Чего? Ну да, жить. Да, я помню все, блядь, недавно тут был.
Ну да, я понял. Девочку жалко, конечно, но я хочу ее пройти все же. Ну я жить хочу. Ну да. Ну давай, че, блядь. Ну. Ну знай, решение твое пойдет на остальных, прощай. Че, метущееся сердце? Ага. Девочку жалко, конечно, да. Ты даже не представляешь, скольких ниточек мне пришлось потянуть, столько телефонов мне пришлось сорвать, чтобы СМИ не принюхали твою... про твою выходку. Отряд специального назначения мертв, и ради чего просто, сука, блять, так... Я отказываюсь терпеть твои постоянные провалы и неконтролируемое поведение. Тебя ждет очень серьезное последствие. Привет, с возвращением. Мне было одной... мне было адово скучно. Смотрю, ты прибралась. Нихуя, как у тебя... мне напрягал срач, так что вот так можешь не благодарить. А это что? Это кинчик? Я тоже смотреть хочу. Непонятная кассета нашел сегодня. А, может тогда пойдем купим кинчик, а? Давай. Ну давай. Ура! Все, пошли. Да пошли. Здорово. Да привет. Тут это... Да военные самурайские фильмы пришли, ты заказывал? Сейчас вынесу. Слушай, давай мультик возьмем. Я уже кино заказал. Ну блин, но в следующий раз точно, ладно? Ладно. 32 кредита. Увидимся еще. Я вернулся за алой катаной. Отдай ее или отведай моей стали. Ха, я знала, что этот день наступит. Ну же, брат, покажи, на что ты способен. Кия! А, у него кровь злая, дядька его мечом проткнул. Кинчик страшный. Не бойся, это не взаправду. Да я знаю, что это понарошку, все равно страшно. Это, а ты тоже самурай, как в фильме? Не, я косплейщик. А, ладно, тогда ты просто мужик в халате. Я сокрушу тебя, пусть для этого мне придется умереть. Кия! А, голова парк... А, голова покатилась. Лорд Абасе и Рейши явился спасти леди Эсин. Бля, я не могу, это Б, Д, у меня не все сливаются в одну букву. Сын мой, я вижу, ты все так же глуп, ведь это твой час прибыл. Ай-я! Кия! А так кия вообще, блядь. Ря, рар, блядь, ря. Она спит. Положи хоть ее на диван-то. А, музычку взять. А, ты хочешь посмотреть тот кинчик? Вы слышали, кстати, говорят, один зэк завтра свидетелем выступит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!